Приветствуем вас на праздничном концерте, посвященном юбилею инженерно-экономического факультета. «20 лет. Это много или мало? Но прежде чем ответить на этот вопрос, надо задаться другим. Какими же были эти 20 лет? Были ли годами взлетов и побед? Или на этом пути встречались препятствия? Какой ценой удалось их преодолеть?» Сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе вспомнить о пройденном пути и отпраздновать день рождения самого молодого факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Внимание на экран! С днем рождения, любимый факультет! ИЭФ – это вся моя жизнь. Мы очень ценим ИЭФ. Я его, конечно же, очень-очень сильно люблю. Любимая работа. Я был студентом инженерно-экономического факультета. Факультет – это жизнь. Я приехал из Туркменистана и очень рад, что я выбрал именно ИЭФ. Самый творческий факультет в нашем университете. Делает все досконально. Самые мои яркие воспоминания – это, конечно же, наши победы. Здесь самые лучшие ребята, которых я знаю. Самый девичий, а поэтому самый обаятельный. Работать с молодежью – это всегда ярко и весело. Инженерно-экономический факультет, я тебя поздравляю. Тебе уже 20 лет. Я желаю нашему факультету умных, талантливых людей. Динамично развиваться. Творческого развития. Процветания. Хорошее настроение. Становиться более взрослым, более самостоятельным. Желаю я не факультету, а вам, мои дорогие сотрудники, мои дорогие студенты, новых творческих идей. Успеваемости. Счастья большого. Удовольствия от работы. Счастья, успехов. Побольше позитива. Всего самого-самого наилучшего. С днем рождения, дорогой ИЭФ! С днем рождения, любимый факультет! С днем рождения, ИЭФ! С днем рождения, родной, любимый инженерно-экономический факультет! С днем рождения, ИЭФ! ИЭФ, с юбилеем! С днем рождения, ИЭФ! С днем рождения, любимый факультет! С днем рождения, ИЭФ! С днем рождения, мой любимый факультет! Экономический факультет, хоть и молод, но уже успел занять достойное место среди других факультетов нашего университета. Мы хотим пригласить на эту сцену человека, который лучше других знает о той роли, которую играет инженерно-экономический факультет в жизни университета. Ректора БГУИР Михаила Павловича Батуру.
Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, претендовать на то, что лучше других я знаю историю факультета, хотя могу, потому что эта история рождения факультета начиналась где-то 22 года назад. В 1993 году мы инициировали преобразование нашего Минского радиотехнического института в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Шли к этому непросто. Помню, даже название дискутировалось пару лет. Мы меняли, выбирали, компоновали. Оно должно быть основательным и со взглядом в будущее для развития как университета. В конце концов, выкристаллизовалось такое название, какое сейчас есть. Вышли в Совет министров с ходатайством. И Совет министров в ноябре 1993 года поддержал нашу инициативу и утвердил наш статус университета и название «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». Что такое университет? Это принципиально другое высшее учебное заведение и должно претендовать на многопрофильность образования. И мы дальше задумались, а как достичь этой многопрофильности, да? Можно какой-то архитектурный факультет создать, можно к актерам обратиться, да, можно попытаться языки, еще что-то, география и так далее. Вот долго были в поиске, и, наконец, созрела идея создать экономический факультет, готовить специалистов, которые бы работали на экономику страны в том числе. Ну и, конечно же, я хотел бы отметить здесь одного из основных инициаторов создания именно экономического факультета, Афитов Эдуард Андреевич, вот здесь присутствует, привстаньте. Ему было поручено разработать первые материалы о факультете, первые учебные планы, первые специальности. Он успешно справился, и в 1994 году решением Совета университета, а вы знаете, Совет – это высший коллегиальный орган управления университетом, был создан экономический факультет. И сегодня я могу с уверенностью назвать то решение мудрым. Это всей своей эволюцией 20-летней и с выходом на теперешнее состояние подтвердил факультет. Правда, где-то в середине пути этого 20-летнего, так, мы обратили внимание, что очень большая составляющая в учебных планах специальностей техническая, инженерная. И мы пришли к выводу, что более правильно будет соответствовать тому, той структуре, тому содержанию факультета название инженерно-экономический. Где-то, мне кажется, Эдуард Андреевич, в 2004 году мы переименовали и правильно тоже это сделали. И вот сегодня мы имеем то, что мы имеем. А что мы имеем? Вот последние факты, пожалуйста. За 2013 год строгая комиссия университета не смогла сдвинуть с первого места на второе хотя бы инженерно-экономический факультет по результатам спортивной универсиады нашего университета. Представляете? Хотя там долго были дискуссии, но как это инженерно-экономически? Там же в основном девчата, красивые девчата. Да, но почему первое место в спорте? А факультет доказал, что только первое. Дальше. Вы же знаете, что уже лет 10 мы проводим каждый год студенческий дебют, где таланты пытаемся найти среди первокурсников, прибывших к нам на обучение. И чаще всех побеждает в дебюте, догадайтесь, какой факультет? Потом, вы знаете, одна такая тонкая вещь, почти интимная. Вот когда я учился в МРТИ, это были далекие 70-е годы, так? У нас было 5%, до 5% девчат в университете. Вы представляете, какие мы страдальцы тогда были, да? Мы вынуждены были на Слесарную, это Институт иностранных языков, или на Куйбышево где-то, Институт народного хозяйства, ну, или в педуниверситет,
где-то вот туда в свои взоры обращать, потому что, например, специальность радиотехника, так, набрали на первый курс студентов, а 3 девушки. И вот идет борьба, чтобы в группу попала бы хотя бы одна девушка. Это же сразу оккультуривает группу, да? А их не хватает. Но с созданием экономического факультета все преобразилось у нас в университете. На сегодня, так вот, до 5%, в зависимости от года, от 2-3-5% в 70-80-е годы с созданием факультета экономического и даже после того, как он стал инженерным экономическим, у нас примерно колеблется процент 22 красивых девчат и 78% достойных ребят. Когда мы встречаемся иногда на каких-то статусных мероприятиях с ректором Белорусского государственного экономического университета, у него все наоборот. 78% девчат, 22% мужчин. И он от этого, говорит, страдает. Ну а мы радуемся, что у нас вот такое соотношение. Это очень, очень многое значит. В общем, я очень удовлетворен состоянием теперешнего факультета. Представьте себе, 1300 студентов на факультете. По численности у нас 6 дневных факультетов. 6 дневных, вы знаете, это прекрасно так. 4-е место по численности. А уж это тайна. 62% платное обучение на вашем факультете. Нигде такого нет. 40-35, представляете, это соотношение такое о многом говорит. О многом говорит. Ну, в общем, очень здорово, что такой факультет есть. Ректору во многих ситуациях есть на какой коллектив опереться, призвать его на помощь и так далее, и все у нас получается. Я думаю, что студенты на этом факультете тоже чувствуют себя уверенно, и хочу в завершение своего краткого выступления пожелать дальнейших вам творческих удач, вот так сплоченно работать по всем направлениям, побеждать, а мое дело добиваться истинных результатов, чтобы вы устанавливали всегда, и вы, когда победители, то и побеждали. Творческих удач, чтобы вы все состоялись, дружили, любили факультет, университет, и у вас все сталось прекрасно, начиная от успеха в учебе, дальше в любви, науке и так далее. Всего вам самого доброго! Спасибо, Михаил Павлович. Первыми сегодня поздравляют факультет самые молодые его представители. В скором времени у наших первокурсников будет возможность показать себя на студенческом дебюте и с гордостью продолжить традицию побед инженерно-экономического факультета. А сейчас на сцене талантливая первокурсница Ольга Бенчук. С песней «Sunny». You, I'm good.
В этот день инженерно-экономический факультет принимает поздравления от наших партнеров. Компаний, которые по достоинству оценили качество подготовки наших выпускников. Слово предоставляется Юрию Аннушкину, HR-директору iTransition международной IT-компании с 15-летней историей. Добрый день, с днем рождения, факультет, с днем рождения. Мы рады приветствовать, я от имени и Transition хочу сказать несколько слов в этот день. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что мы работаем с вашим университетом очень давно, практически со времен, когда у нас был день рождения. И я хотел бы отметить таких несколько моментов. Первый момент. Мы называемся компания, мы называемся корпорация и Transition. И я хотел бы отметить, что само слово корпорация, вообще-то говоря, первоначально, это было слово, которое обозначало университетское сообщество. И мне бы хотелось сегодня, поздравляя инженерно-экономический факультет, в том числе поздравить с этим праздником, с этим днем рождения факультета, все ваше сообщество. И сказать, что нам очень важно, чтобы вы жили, процветали, чтобы здесь сохранялся дух университета, сохранялся дух образования, и чтобы здесь мы могли рассчитывать на то, что всегда мы найдем общий язык, мы найдем себе студентов, мы сумеем доподготовить их, если понадобится. И вот, что касается факультета, я перед тем, как идти на эту встречу, посмотрел и увидел, что за последних несколько лет количество ребят, которые приходят нам с инженерно-экономического факультета, возросло в несколько раз. И это нас радует, это здорово, спасибо вам. И в заключение хотел бы сказать, мы сделали свой подарок факультету, и наш подарок – это издание научных трудов сотрудников факультета, студентов факультета, магистрантов и аспирантов. Сборник научных трудов, который является нашим подарком, и мне кажется, это достойно и интересно. С днем рождения, инженерный экономический факультет! Слово предоставляется заместителю директора иностранного унитарного научно-производственного предприятия SAM Solutions Грушеву Валерию Александровичу. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я, конечно, не ожидал выступления перед такой обширной аудиторией. И, наверное, это уже самое обширное в моей жизни пока. Да. То есть дальше идет политика, надо полагать. Но должен заметить, что я имею некоторое довольно непосредственное отношение к вот, факультету. И наша компания, собственно, вышла где-то буквально физически из того места, где родилась кафедра экономической информатики. Именно я был сотрудником тогда лаборатории научно-исследовательской 3.1 или 4.1, я уже точно не помню, и, да, которая потом стала центром проблем информатики. И, собственно, наш отец-основатель Андрей Бахерев, он был первым заведующим кафедрой экономической информатики. Я рад, что вот это разрослось уже до таких масштабов, что просто страшно здесь стоять. И по-прежнему тут весело, торжественно, и, в общем, студенты поют и танцуют, улыбаются все. Это очень атмосфера, я бы сказал, приятная и домашняя. Со своей стороны я хотел бы поздравить факультет с таким замечательным юбилеем. Буквально примерно такой же юбилей наша компания праздновала пару лет назад, один год назад, точнее сказать. И поскольку на юбилей пожелать дальнейших успехов в развитии вот этого сращивания экономики и информатики. Экономика – это наше все, а без информатики она теперь практически ничто. Вот. И в качестве подарка вручить сертификат
на участие преподавателей факультета в нашей корпоративной программе обучения, которую мы проводим для повышения квалификации своих сотрудников и приглашаем тренеров буквально со всех уголков мира. Ну, не со всех уголков, но, так сказать, как минимум, ближайшее зарубежье, Польша. И вот следующий тренинг будет у нас, приедет тренер из Израиля. И мы будем привлекать преподавателей факультета для того, чтобы они могли тоже быть в курсе современных технологических тенденций и потом перенести вам эти знания. Спасибо, Валерий Александрович. Слово предоставляется заместителю директора частного предприятия Webcom Media Царику Сергею Геннадьевичу. Вечер добрый. Вообще, когда идешь по улице Петросябровки, ощущаешь какую-то вот ауру, да, университета. Вот это всегда испытывал чувство. У нас раньше был офис как раз на этой улице. Заряжался позитивом. Все благодаря вам. Уважаемые студенты, и, заходя в стены, я вообще не могу передать свои ощущения. Это, конечно же, стены, которые вот, содержат тот самый дух, дух знаний, дух идей, дух инициатив. Наша компания уже не первый год работает с университетом, не первый год работает с инженерно-экономическим факультетом. Для нас инженерно-экономический факультет – рекордсмен в плане людей, студентов, которые выпускаются и потом трудоустраиваются к нам. Истории этих людей самые разные, они успешные, они молодые, они интересные. Я желаю, чтобы каждый выпускник этого факультета был успешен, был инициативен. Работодатель текущий, да, современный, он очень многое дает своим сотрудникам, да, своим работникам. Конечно же, он просит еще и что-то взамен, но все это ничто в сравнении с целью, которая у каждого из вас в головах должна где-то поселиться, целью вашей жизни. Вот очень хотелось бы, чтобы, выпускаясь из этих стен, у вас где-то на листике, блокнотике или где-нибудь в памяти, в голове были написаны ваши цели хотя бы на ближайшие лет 5, 10, а лучше 50 вашей жизни. Поверьте, это очень сильно вам поможет. И двигаясь к этому списку, к выполнению этих целей, я думаю, что вы можете достигнуть успехов. Поздравляю с днем рождения, Ев! Успехов! Спасибо, Сергей Геннадьевич! 20 лет назад, 18 октября 1994 года, все только начиналось. Первые студенты и первые преподаватели, тогда еще экономического факультета. А первым быть всегда трудно. И самая большая ответственность легла на плечи человека, который на протяжении 11 лет возглавлял факультет и прилагал огромные усилия для его успешного развития. Мы хотим от всей души сказать спасибо за то, что у нас сегодня есть возможность учиться на таком замечательном факультете и пригласить на сцену первого декана инженерно-экономического факультета Афитова Эдуарда Андреевича. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, поздравляю вас с юбилеем факультета. Вот смотрю я в эту аудиторию и сравниваю. 55 человек студентов, когда факультет создавался. И вот эта аудитория, в которой присутствует часть студентов нашего факультета, это говорит о чем? О том, что факультет количественно состоялся. Количественно. Но он состоялся также и качественно. Вот здесь выступали представители компании, где работают наши выпускники, и мы слышали о них отзывы. Но я вам хочу назвать еще и некоторые другие факты, которые говорят о количественной
стороне становления факультета. То есть о том уровне, о результатах, которые достигли наши выпускники. Но приведу некоторые лишь только факты. Итак, ну, например, вот передо мной сидит заведующий кафедрой экономики Пархименко Владимир Анатольевич, наш выпускник. Дальше. Очень приятно. Здесь отсутствует наш преподаватель, она же одновременно заведующая отделом Института экономики Академии наук Республики Садовская Татьяна Владимировна. Да. Дальше. Я знаю, что один из наших выпускников является замдиректора института напротив нас. Я не помню, как называется. Церенков, да? Да. Он отсутствует, к сожалению, сейчас. Дальше. Многие наши выпускники здесь говорили, вот здесь успешно работают не только в компаниях нашей республики, но они работают и за рубежом. Я бы мог называть вам семью Юревичей, которая работает в Силиконовой долине, студентов, которые работают в Германии, студентов, которые успешно трудятся на промышленных предприятиях и в организациях нашей республики. И мне это очень приятно, как бывшему декану. Но я говорю лишь, да, и еще одну фамилию забыл назвать. Наш выпускник Шитко Дмитрий является замминистра информации. Тоже отсутствует, но иногда его сюда привлекают, да? Это говорит о качественном становлении нашего факультета. Но мне приятно не только вот эти вот отдельные фамилии, мне приятно то, что наши выпускники успешно трудятся и нашли свое место в жизни и успешно решают те вопросы, которые перед ними ставятся. Путь становления факультета был непростой. Михаил Павлович вот здесь рассказал отдельные аспекты, с чего начиналась действительно идея. Это витало в воздухе, решение принималось на уровне университета. Я подключился к этому вопросу не первый, но мне просто выпала честь, скажем так, разработать первый план учебных по двум специальностям, в соответствии с которым и было принято решение, было о приеме студентов. Первый прием студентов был осуществлен на факультет радиоэлектроники. Но когда начался учебный процесс, оказалось, что мы не готовы к ведению этого учебного процесса, методическое обеспечение равно нулю. Я не хочу рассказывать, вот я бы мог привести. Надо вести учебный процесс, а ничего готового нету. 12 часов даем математики, 8 часов даем физики, программирование, инженерную графику, физкультуру. Все, потому что заполнить было нечего, надо было все создавать. Создали. Вроде бы, то есть начали создавать. Это все непросто. Это огромнейший объем работы, который выполнен на коллектив факультета. Создано было. Но вдруг, оказывается, в 96-м году те специальности, которые мы открывали, две, по которым были приняты первые студенты, принимает приказ министерства, издает приказ о закрытии этих специальностей. И что нам делать? Здесь уже наших студентов начали разбирать. Я знаю, что приходили некоторые деканы и уговаривали о переходе на другой факультет. Ну ладно. Короче говоря, правдами и неправдами нам удалось сохранить профиль подготовки специалистов. Задача ведь состояла в том, чтобы подготовить экономистов, владеющих современными информационными технологиями. В то время никто этого дать в республике не мог. Мы такую идею поставили и пытались ее реализовать. Но правдами и неправдами нам удалось отстоять профиль подготовки специалистов, хотя название пришлось менять. Через 4 года совместными усилиями с БНТУ нам удалось восстановить вот это, то, что, к чему мы стремились, восстановить наши специальности. А так, ну там, скажем, не совсем корректно, но все-таки мы подготовку студентов осуществляли. Таким образом, работа, да, это же 3 года, 2 года, потом 4 года, пока удалось, потом опять. То есть и процесс совершенствования, совершенствование учебного процесса – это процесс непрерывный. Он был, есть и будет. Но одно дело – совершенствовать, а другое дело – создавать. Вот в 1994 году пришлось создавать. В последующие годы – совершенствовать. И сегодня этот процесс идет. Сегодня на факультете накоплен огромный опыт организации учебного процесса, создано методическое обеспечение,
подготовленный преподавательский состав, который может давать хорошие знания, об этом я уже сказал, и коллеги, представители компании тоже сказали. Так что, ребята, все в ваших руках. Стремитесь, успехов вам в учебе и удачи в жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Эдуард Андреевич. ИФ принимает поздравления от факультета, с которым мирно соседствует уже немало лет в пятом корпусе. На сцене танцевальный коллектив факультета информационных технологий и управления «Максима». Встречайте! With the treble and the bass, I feel free enough to party hard. This stress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my hair. I'm a dance floor lover. But you know we gon' have a ball. Champagne spilling from the wall. And I'll be partying till hella late. But I ain't worried, not at all. Just give my driver a call. Yeah, pick me up at 8 a.m. No, we ain't stopping right here. We'll take the party to the crib. Let's go all night. From here on out, I'll be your commander. No fear, no doubt, I'll provide the answer. Right now I command you to. Today, I'll be your commander. Right now I command you to. В 2004 году экономический факультет был переименован в инженерно-экономический.
А уже в 2005 году новым деканом впервые в истории нашего университета была назначена женщина, которую мы хотим поблагодарить за ее неоценимый вклад в развитие нашего факультета. Приглашаем на эту сцену проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Елену Николаевну. Дорогой мой, самый юный факультет нашего университета. 20 лет. Вот я смотрю на лица в этом зале, и, честно говоря, вот средний возраст студентов 20 лет. 20 лет. Без 5 лет это был бы средний возраст нашего университета, которому в этом году было 50 лет. С другой стороны, 20 лет Болонскому университету. Он был открыт в 1088 году. Почти тысячелетняя история. Что значит 20 лет по сравнению с европейской системой высшего образования? Один миг, одно мгновение. Но даже за вот это вот малюсенькое мгновение факультет уже развил свои традиции. Он уже имеет столько успешных историй, такие как, например, именно на инженерно-экономическом факультете была открыта, впервые открыта для нашей страны абсолютно новая, уникальная специальность информационной системы и технологий по направлениям. И сейчас уже у нас 9 университетов нашей страны открыли 9 направлений, и более 10 университетов ведут подготовку по вот этой вот уникальной для нашей страны специальности. Очень нужной специальности, потому что специалисты этой специальности, выпускники, занимают одно из самых рейтинговых мест с точки зрения парка высоких технологий по качеству подготовки выпускников. С другой стороны, в прошлом году было открыто новое направление образования – электронная экономика. Это тоже, в общем-то, прорыв. Это очень-очень сложно на самом деле открыть не только новую специальность, но целое новое направление образования для нашей страны. И благодаря тем специалистам, которые работают на факультете, вот это удалось сделать. И я уверена, что это направление в дальнейшем получит свое самое большое развитие, потому что на самом деле сейчас другой экономики и быть не может. И на самом деле сейчас вся экономика, она становится электронной. И поэтому именно инженерно-экономический факультет у нас, я думаю, в далеком будущем будет позиционироваться как родоначальник новой экономики нашей страны. Здесь уже говорилось о том, что несмотря на такой юный, нежный возраст и один-один вот этот вот миг своего существования, факультету есть кем гордиться, своими выпускниками. Начиная от того, что выпускники работают по всему миру. Их можно встретить, наших выпускников, и в Америке, и в Канаде, и в Польше, Германии, России. Заканчивая того, кем они работают? Инженерами, маркетологами, программистами, экономистами. Многие создали уже свои компании, имеют свой бизнес. Некоторые работают руководителями отделов, некоторые фамилии были названы. Например, первый замминистра связи и информатизации Шитко Дмитрий Геннадьевич, замначальника главного управления ЕРИП Нацбанка Штевнина Наталья Михайловна и многие-многие другие выпускники, которые выпустились из этого факультета. То есть, несмотря на 20 лет, у нас уже есть достаточно широкий список таких вот выпускников. В целом, за 20-летнюю историю факультет подготовил более 2000 специалистов для нашей страны. Более 300 магистров, более 10 человек защитили кандидатские диссертации и сейчас успешно работают. Я желаю нашему факультету дальнейшего развития, процветания и новых оглушительных побед.
Спасибо, Елена Николаевна. С поздравлением от факультета телекоммуникаций выступает Екатерина Самутичева. В 2009 году эстафету деканов приняла Людмила Павловна Князева, которая и по сей день успешно возглавляет наш факультет. К ней с искренним уважением относятся студенты и преподаватели нашего университета. Людмила Павловна, приглашаем вас на сцену. За приветствие. А я хочу в первую очередь поблагодарить вас всех, кто сюда пришел, чтобы с нами вместе отметить этот праздник, наш 20-летний юбилей. И очень благодарна за те слова теплые, которые уже прозвучали с экрана нашего мини-фильма. То, что нам сказали в качестве пожеланий и оценки нашего труда и приглашенные представители наших партнеров. И особенно большое спасибо, Михаил Павлович, за то, что вы так высоко оценили 20 лет того пути, который прошел факультет. На этом 20-летнем пути я действительно приняла эстафету 5 с небольшим лет назад.
Я люблю цифры и люблю счастливые цифры. Так вот, третий декан – это хорошо, а уж декан 7-го по номеру факультета – это еще лучше. Ну и, честно говоря, я пришла ведь на экономический факультет с не менее успешного факультета компьютерных систем и сетей. Но, честно говоря, очень волновалась, ну, как справлюсь совершенно с новым и направлением образования, и совсем встретиться тяжело, ну, страшно было, с новыми людьми. Но сейчас, 5 лет спустя, я тоже беспокоюсь, но уже по-другому. Все ли сделано, чтобы факультет стал еще лучше, еще успешнее? Сделано-то много. Вот уже говорили, мы открыли новое направление образования. Мы открыли новую специальность IT-логистики 3 года назад. И старая, заслуженная, пользующаяся успехом в специальности IT в экономике, тоже обновлена, пересмотрена. Сейчас она уже у нас выступает в новом формате 4 года обучения. И все это сделано для того, чтобы повысить рейтинг как факультета, так и университета и в Республике Беларусь, и за границей. И для того, чтобы в первую очередь мы могли вам, уважаемые студенты, дать самое востребованное, самое перспективное в смысле приложения ваших сил, вашей будущей карьеры и образования. И сейчас я хочу поблагодарить всех тех, кто эти 5 лет, ну, те, которые я на факультете, был рядом и помогал. В первую очередь это заместители декана, Рыковскую Татьяну Александровну, которая сейчас растит ребенка, Веронику Владимировну Верняховскую, которая здесь, в зале, Рыковская, Игоря Михайловича, и совершенно новых, всего месяц как работающих, молодых наших заместителей декана, Горового Владимира Геннадьевича, присутствуя здесь, и Соколовскую Екатерину Николаевну. Я надеюсь, что они молоды, и за ними будущее. И также я говорю, что мы открываем специальности, все, но это ведь очень кропотливый труд. И за этот труд я очень благодарна тем, кто его, ну, взял на себя, самую большую ношу, заведующих кафедрой экономики Пархименко Владимира Анатольевича, заведующая кафедрой менеджмента Беляцкую Татьяну Николаевну, заведующего кафедрой экономической информатики Камельченко Виталия Николаевича. Большое вам спасибо. И, ребята, мы ведь не только в образовании, в науке, в учебе были лучшими. Мы действительно, уже отмечалось не раз, и первые наши места в студдебюте, и студенческую весну, которую мы не раз и не два выигрывали. И, наконец, это первое в истории факультета, первое место в спартакиаде. За это я благодарю вас всех. Особенно студенческий совет, тех, кто эти 3 года работал рядом с нами, работал для вас. Большое спасибо председателям студсовета, которая уже 2 года назад закончила университет, Маша Соболь. Большое спасибо Олесенко Ирине, которая закончила его в прошлом году, теперешней председателю студсовета Кристине Шеремвей. Ну и тех, кто придет завтра, потому что мы все, что мы делали, делаем ради завтра, ради вашего успеха в будущем. Спасибо. Студентка первого курса Валерия Пархомович подготовила личный подарок Людмиле Павловне ко дню рождения факультета. Приглашаем на сцену Валерию для вручения подарка. Тут написано 20 лет и 1000 томов. Ну вот первый том у нас будет юбилейный, сборник трудов, который нам пообещали издать. Так что давайте начинаем составлять эти 1000 томов. Спасибо, Людмила Павловна.
стремиться достичь высот, побеждать и поддерживать при этом хорошие отношения с другими факультетами. Вот задачи, которые каждый год ставят перед собой студенты инженерно-экономического факультета. О том, насколько хорошо выполняются эти задачи, может свидетельствовать подготовленный подарок-сюрприз от студентов факультета компьютерных систем и сетей. На многих мероприятиях и концертах официальные лица говорят поздравительные речи. И об этом знают все. Но как готовится поздравительная речь, знают лишь единицы. Итак, представьте, заместитель декана ФКСИС готовит поздравительную речь для инженерно-экономического факультета. Я не пойду. Что значит не пойду? Я на такое не подписывался. Алексей Евгеньевич. Так, поздравительная речь. Вначале нужно придумать, как выйти. Нет, не так. Нужно придумать что-нибудь другое. Видел я тут одну идейку не так давно. Ну, пожалуй, оставлю первый вариант. Так, нужно придумать, как начать поздравительную речь. Нужно что-то неординарное, но в то же время официальное. Может так? Здрасте. Здрасте. Нет. Нет, что-то не так. Вообще музыка какая-то. Нужно выбрать музыку для начала. Так, что у меня есть на планшете? Нет, все-таки не пойдет. Нет, уже было. Нет, это еще слишком рано. Нет, ну это уже поздно. Я не красавчик, что все с ума сходили. Да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что на девочкам виднее. Нет, все-таки не пойдет. О, то, что нужно. Так. Нужно придумать, с чего начать речь. Вступительная речь. Нужно что-то... Что-то необычное, да, что-то на иностранном языке. Эуро вы вините, идите, Дон Корлеоне. Бионе де джустица. Манон кидете кон респекто. Но на фроне амичица. Нон респуто но пере, де кидете ми ил падрино. Нет, нет, нужно что-то... Помоциональный такой вот. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist der kleine. Was ist los? Нет, нужно что-то лиричное, что-то нежное. L'amour, es kam und es war beauty l'amour. Да, и сразу после этого нужно сказать. Комплимент. 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 Никаких мыслей. Что-то пока ничего не идет на ум. Нам нужно поразить просто всех. Комплимент, он должен быть изящным и красивым. Девушки с инженерно-экономического факультета, они как... Ну, они...
Они умные и красивые. А что у нас еще такой умный и красивый? Ну, кроме девушек современно экономического. Умная, красивая. Понял. Девушки современно экономического, они как компилятор. А зритель уже проведет аналогию, все придумает. А еще лучше не компилятор, а девушки с экономического факультета, они как дыхание морского бриза. Отлично. Все-таки не надо было забирать мимо у декана из кабинета. Ну да ладно. Нужно... Что же нужно? Нужно пошутить. Да, нужно пошутить. Ну, все-таки пора уже. Шутка, да. Хотя, с другой стороны, официальное мероприятие. Я официальный представитель. Какие тут могут быть шутки? И вообще, я не понимаю, почему мои мысли выглядят как Рогов и Чугаинов. Неужели нельзя было найти кого-то более адекватного? Так, ладно, хорошо. Нужно подумать, как закончить поздравительную речь. Очень хорошо, если концовка увяжется с началом. Например, да? Ну, нет, только не так. А если это все-таки поздравительная речь, нужно что-то пожелать. Да, хотелось бы пожелать чего-то доброго и хорошего. Уважаемые дамы, тот позитив, которым вы нас заряжаете, та красота, которую вы нам дарите, та доброта, которой вы нас восхищаете. Так и забрал, да? Да, назад в свой кабинет. Так, ну, а если серьезно? Дорогой инженерно-экономический факультет, нам очень радостно сегодня находиться с вами. И можем смело говорить, что ваш факультет является близким нам по духу, а Людмила Павловна, она еще и определенные родственные связи внесла между нашими факультетами. Поэтому 20 лет – это красивая дата, красивый факультет. Мы хотим пожелать вам уверенного, достойного, яркого движения вперед. У вас все для этого есть. Но помните, что мы вас уважаем, любим, и мы всегда рядом. Спасибо вам. Ну, а закончить это выступление хотелось бы на позитивной ноте. Каждый год наш факультет выпускает талантливых инженеров, программистов, экономистов и маркетологов. И пусть их пути расходятся в разные стороны, но они не забывают свой родной ИФ. На экране видео поздравления из Лондона от выпускницы инженерно-экономического факультета 2013 года Ольги Павлович. Любимый, дорогой и уважаемый ИФ, я поздравляю вас с 20-летием. Вы уже стали совсем большими. Вы с каждым годом все растете, развиваетесь, совершенствуете ваше образование. Спасибо вам за то, за те годы, которые я провела в стенах нашего ИЭФа, за те моменты и школу жизни, которую я здесь прошла. Я хочу вам пожелать все новых студентов, новых успешных историй, развиваться, совершенствоваться, расширять базу знаний и становиться все только лучше и лучше. Спасибо вам. С праздником. От лица выпускников инженерно-экономического факультета выступит с поздравительным номером выпускница 2013 года Марьяна Шенделева.
Добрый вечер, уважаемый факультет. Добрый вечер, Багуир. Ты впервые так влюблен, неизбежно неистово, небесами исцелен, как последнюю исповедь. Ты идешь на свет мечты, что зависла над пропастью, обезумев от весны, красоты и жестокости. Когда ты любишь, ты взлетаешь высоко и не слышишь никого, и забыв о всем святом, ты разбиваешься, но едва открыв глаза, ты кричишь один в слезах. Неужели жизнь моя, жизнь продолжается? Можешь отличить горечь от сладости, то ли ангелы нежны, а то ли без жалости. Ты не помнишь, где твой дом, где всему есть прощение. Ты любовью ослеплен, ты восхищение. Ты восхищение. Ты разбиваешься, но едва открыв глаза, ты кричишь один в слезах. Неужели жизнь моя, жизнь продолжается? Неужели жизнь моя? С удовольствием добавила, что для меня сегодня большая честь стоять на этой сцене, поздравлять любимый факультет с праздником, с юбилеем. Желаю только процветания, счастья, чтобы были все люди на нашем факультете добрые, светлые и такие же хорошие, как наши все преподаватели. Спасибо! Спасибо, Марьяна. Одним из юбилейных мероприятий для первокурсников был конкурс рисунков ИФ будущего и конкурс на самую креативную эмблему факультета. Внимание на экран. Вручение
призов победителям на сцену приглашается заместитель декана по воспитательной работе инженерно-экономического факультета Соколовская Екатерина Николаевна. Уважаемые преподаватели, студенты, в преддверии праздника, вот как уже сказали, для первокурсников был конкурс. Они очень активно участвовали, и мы хотим сегодня их поблагодарить. Кто победил, мы узнали буквально перед концертом. И сейчас приглашаем для вручения приза группу 473-901. Креативную эмблему. На экран внимание, пожалуйста. Итак, победила команда группы 472-302. Спасибо всем первокурсникам, которые приняли участие в данных конкурсах. Они показали, какие они могут быть креативные, веселые и вообще самые замечательные студенты учатся на инженерно-экономическом факультете. Спасибо вам большое. Спасибо, Екатерина Николаевна. Так все-таки, 20 лет для факультета – это много или мало? Правильный ответ – достаточно. 20 лет достаточно, чтобы инженерно-экономический факультет с уверенностью смотрел в будущее. Мы приглашаем на сцену первого декана инженерно-экономического факультета Афитова Эдуарда Андреевича. Проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Елену Николаевну. И нынешнего декана АЕФ Князеву Людмилу Павловну, чтобы задуть свечи на праздничном торте. Но годы эти были полны побед. Не сломят никакие заботы наш ЕФ и за 100 долгих лет.
Ев, желаем тебе процветания, талантливых, активных и старательных студентов. И пускай с каждым годом копилка твоих побед и успехов только пополняется. С днем рождения, Ев, и до новых встреч! Сейчас мы тебе показали класс. Вместе с нами ты пой, хлопай и танцуй прямо в такт. Все мы здесь для того, чтобы разузнать, кто есть кто, где талант и как роль играть. Мы пришли все сюда, чтоб дружнее стать. Мы знаем все, мы вас очень ждали. Нет, ты не может быть. Сердце каждого можем мы растопить. Улыбнись вместе с нами, ты подпевай.